Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре компания Norif, 18 масштаб, Mercedes CLA в серебристом цвете. Ну что, начнем не с моделей, а начнем с этой коробочки. Коробочка у нас Dealer Edition, вот такая вот прозрачненькая, полупрозрачненькая, и внутри находится форма для сохранения модели. На самой коробке у нас есть надпись Norif. Модель для коллекционеров. Не давать детям до 14 лет. Бла-бла-бла. Daimler AG, Stuttgart, Germany. И цвет данной модели. Дизайна Magna Polar Silver. Это у нас какой-то особый серебряный. Вот такая вот коробка. В принципе, одного цвета машина с коробкой практически. Ну, чуть-чуть светлее, но вот. Ну и хватит про нее. Давайте рассмотрим модельку. Она очень интересная. Я не так давно приобрел ее у какого-то не коллекционера, который наверняка вообще не разбирается в моделях, и мы очень быстро с ним нашли общий язык по переписке, и он мне ее продал за очень-очень небольшие денежки, за что ему очень благодарен. И покупая, я знал, что у данной модели отсутствует левое зеркало, но каково же было мое удивление, приятное удивление, когда данное зеркало я обнаружил в багажнике, когда уже ее покупали. Вот такая вот история. У меня немножко заняло времени, чтобы его подровнять, приукрасить, подкрасить и, собственно, подклеить. Ну, как вы видите, в принципе, думаю, что вы ничего толком и не видите. Есть небольшие следы клея, но это неизбежно, потому что сам человек до этого пытался ее клеить. Я думаю, что он какой-то рукожоп, у него не очень сильно получилось. Вот, и мне пришлось немножко попотеть, но я вернул к жизни данное зеркало. Вот такая короткая история. А теперь о самой модели, которая для меня... Вообще производитель Norif, я его очень сильно люблю. За детализацию, за качество исполнения, за материалы исполнения, и, скажем, наверное, ставлю его выше даже автоарта, потому что он не хрустит. Посмотрите, у него есть подпружиненная подвеска, она не хрустит. Смотрите, черти из автоарта, что происходит. Она качается, она не хрустит. Как же приятно. Что, у модельки есть полный функционал. У нее открываются все двери. Капот, багажник. Давайте смотреть, заглядывать. Вот, начнем. Ух, как непросто. Хотелось бы начать. Пока не могу. Вот так. С подкапотного пространства. Ну что. Не могу сказать, что Norif нас чем-то здесь прямо ярко удивил. У них... Ну, наверное, просто у самой модели тоже не так много, чем можно удивить. Стандартная крышечка моторного отсека. Вот. Ну, единственное, что не прокрашены бачки с разными жидкостями. И единственное, что еще отличается по цвету, это вот стойки. Вот, в принципе, и все. Так что под капотом не особо нам интересно. Было бы интересно, но не очень. Ну что, смотрим дальше. Заглядываем в багажник. Вот здесь очень трудно передать что-то на камеру. Я просто попытаюсь вам рассказать. Вот такой вот глубокий палец почти. Ну вот, куда залазить. Материал здесь, значит, флок везде. Полностью, по бокам, снизу. Даже вот есть имитация такого вот как раз под поле, где наверняка хранится запаска. Вот, ручка окрашена в серебристый цвет.
Все держится, ничего не падает. Ну, великолепно просто. Очень мне нравятся эти диски. Какие они стильненькие. Подчеркивают динамику модели. Смотрим дальше. Наглядываем в салон. Сейчас я его открою с двух сторон. С одной стороны, потом с другой. Давайте заглянем, посмотрим, что у нас. Очень интересные безрамочные двери. Дверные карты. Стильненько все. Сделано под алюминий. Разрисовано. Здесь у нас передняя панель. Интересный руль. Тоже со вставками из алюминия. Такие вот сиденья. Не ковшеобразные. Простой такой боковой поддержкой. Не ярко прям уж выражены. Вот. Но это и не АМГ. Так что там вот посередине виднеется имитация монитора горящего, жидкокристаллического. Ну что, давайте еще заглянем сзади. В принципе, та же самая картинка. Такой же лимонно-серебристая прострочка на сиденьях. Еще есть вот такие вот отверстия в передних сиденьях. Тоже видно. Закроем. Глянем здесь. Пассажирское место. Ну, здесь более отчетливо видно. Очень неплохо. Молодцы, компания Норриф. Очень миленько. Глянем быстренько. Как тут. Вот. Все красиво. Смотрите сами. Вот, ремешки. Не видно, да? Тут видно. Ремешок с застежечкой. Все. Отдельным элементом сделано. Великолепно. Люблю Норриф. Давайте заглянем снизу и посмотрим. Вот так вот она показывается снизу. Ну, все довольно скрыто. Норриф. Mercedes CLA. Ну, я доволен. Отличная модель. За отличные деньги. В отличном состоянии. Немножко подшаманили. И все красиво. Достойно. Достойно занимает место на полочке. Спасибо компании Норриф за данную модель. А вам спасибо, что смотрели мой обзор. Всем удачи и пока.